Всем привет, с вами Влад 205, сейчас я расскажу вам топ-10 самых больших акул в мире. Более 450 миллионов лет назад предки современных акул хозяйничали в морях. Самые большие акулы в мире и сегодня продолжают одновременно восхищать и ужасать своими размерами. Эти подводные обитатели – существа необычно интересные, заблуждением будет считать их исключительно морскими хищниками. Есть среди них виды, которые питаются только планктоном и крилем, а некоторые из акул живут в пресноводных. Воде. Десятое место заняла акула мака. Акула мака – самая крупная и быстрая хищница из семейства сельдевых акул. Способна в броске развивать высокую скорость – более 70 км в час. Акула мака выпрыгивает из воды на 6 метров, что делает ее одной из самых проворных и опасных морских хищников. Считается крайне агрессивным видом. Средний размер тела – 3,5 метра. Самая крупная пойманная особь имела в длину 5 метров. Акула мака представляет опасность для человека, но в большинстве случаев нападения на людей были спровоцированы. Эмбрионы этих акул нападают друг на друга еще в утробе матери и выясняют, кто из них сможет выжить. У них образуются крошечные, но острые зубы. Девятое место заняла лисья акула. Лисья акула в длину достигает более 6 метров и является одной из самых крупных хищников своего рода. Большая часть длины ее тела занимает вытянутый хвостовой плавник. Очень интересен способ охоты этих акул. Они используют свой хвост в качестве хлыста и с его помощью сначала загоняют, а затем оглушают добычу. Лисья акула может полностью выпрыгивать из воды. Крупные размеры делают ее внешне грозной, но на самом деле опасности для человека она не представляет, поскольку довольно пугливо. Восьмое место занимает шестижаберная акула. Шестижаберная акула относится к числу самых крупных морских хищников своего семейства. Максимально зафиксированная длина 6 метров. В среднем размер этой акулы составляет 4 метра. Опасности для человека она не представляет, но негативно относится к прикосновениям и старается уйти на дайверов на глубину. Несмотря на кажущуюся медлительность и неуклюжесть, во время охоты шестижаберная акула способна совершать стремительные броски за ускользающей жертвой. Седьмое место заняла гигантская акула-молот. Гигантская акула-молот получила свое название за впечатляющие размеры тела и входит в число самых крупных акул, существующих в мире. Максимальная длина 6,5 метров. Средний размер акулы-молота составляет 3,5 метра. На людей она нападает редко, но является потенциально опасным морским хищником. Шестое место занимает тигровая акула. Тигровая акула – один из крупнейших морских хищников, которые по праву относятся к самым большим акулам. Хотя размер тела особи этого вида достигает в среднем 5 метров, ученые предполагают, что существуют и более крупные экземпляры. Их размер может составлять более 7 метров. Как и белая акула, этот вид наиболее опасен для человека. Нередко в желудках этих морских хищников находят части человеческих тел. Для защиты людей от нападений в некоторых странах проводится отстрел тигровых акул. Пятое место заняла пелагическая большеротая акула. Почетное пятое место в рейтинге самых больших акул в мире занимает пелагическая большеротая акула. Она одновременно является одним из наиболее малоизученных видов. Этот глубоководный обитатель был открыт совсем недавно, в 1976 году. Максимальный размер пойманной особи достигал 6 метров. Ученые считают, что существуют особи гораздо больше. Четвертое место заняла белая акула. Кархерадон, или белая акула, которую часто называют акулой-убийцей, впечатляет не только огромной мощью своих челюстей, но и размерами. Этот опаснейший морской хищник относится к самым большим акулам в мире. Средний размер особи этого вида достигает 4,5 метра. В истории зафиксировано несколько случаев, когда рыбаки ловили кархерадона длиной более 6 метров. Белая акула относится к вымирающему виду. В мире осталось всего 3,5 тысячи особей. Третье место заняла гренландская полярная акула. Гренландская полярная акула принадлежит к самым крупным акулам в мире, обитающим в северных водах. Ее размер может достигать 8 метров, а вес 1,5 тонн. Из-за своей медлительности она, по мнению ученых, применяет особую тактику во время охоты. Ловит тюленей, когда те мирно спят в воде. Полярная акула относится к самым медлительным рыбам на Земле. Ее скорость не превышает 3 км в час, что обусловлено низкой температурой ее среды обитания. Второе место среди самых больших акул в мире принадлежит гигантской акуле. Самцы чуть меньше самок, размер последних достигает 10 метров. Возможно, есть экземпляры длиной до 15 метров. В 19 веке в сети рыбаков попадали особи длиной около 12 метров. Из-за массового истребления крупные экземпляры встречаются теперь крайне редко. Питается исполинская акула планктоном, крилем и мелкой рыбой. Опасности для человека не представляет, хотя выглядит угрожающе, когда широко раскрывает пасть. Гигантская акула разрешает
разрешает дайверам приближаться к себе на близкое расстояние. Но прикасаться к ней не стоит из-за острых чешуек, которые могут поранить кожу. Пальму первенства по размерам следует отдать этому виду. Он относится к самым крупным акулам в мире, а также к крупнейшим современным рыбам. В среднем длина китовой акулы достигает 14 метров, но не исключено, что есть отдельные представители вида большего размера, до 20 метров. Чтобы прокормиться, этому исполинскому морскому обитателю приходится ежедневно поглощать примерно 200 кг планктона и мелкой рыбы. Самый большой зафиксированный вес китовой акулы составил 36 тонн. И гран-при занимает мегалодон. Если рассматривать вымершие виды, то здесь безоговорочным победителем в рейтинге самых больших акул в мире будет мегалодон. Ископаемые останки позволяют предположить, что он достигал не менее 16 метров в длину и мог весить порядка 50 тонн. Питался этот суперхищник китообразными и крупными рыбами, был распространен повсеместно и благодаря своим размерам врагов не имел. Спасибо за просмотр, с вами был Влад205, всем пока. Всем привет, с вами Влад205, это топ-10 самых больших пауков в мире. Этот топ не рекомендован к просмотру всем тем, кто обладает слабой психикой и повышенной внушаемостью, а также аранхофобам, людям, испытывающим необъяснимый страх перед паукообразными. Десятку замыкает Нефила Золотопряд, тело женской особи...